Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки и ниндзя легенды. Ежедневные награды забираем с вами. Так, 417 долларов уже. Бежим с вами быстренько в магазин и открываем бесплатную колоду. И там у нас, по-моему, крип. Угу, так и есть. Дальше мы с вами идем в приключения. Серия испытаний, и мне нужно допройти здесь два уровня. Так, давай-ка мы попробуем здесь пройти. Надеюсь, все получится хорошо, и никого мы с вами здесь не потеряем. И потом последний уровень, и все, и получим с вами полностью здесь награду. Ага, оригинала, да? Ну что ж, давайте начнем с уклонения. Это обязательно, потому что эти черепашки, поверьте мне, очень крутые, и с ними лучше не шутить. Так, Раф, Лео, я даже не знаю, давайте попробуем, наверное, Рафаэля. Хотя Лео тоже, он встанет, наверное, в провокацию. Так, заблокировали. Вешают иммунитет на себя, так. А мы все равно будем с вами добивать Рафика, попробуем. Нет, все-таки Лео встает в провокацию, да? Так, Донателло делает очищение. Так, смотри-ка, смотри-ка, что тут происходит. Давай попробуем. Ай, зря я это сделал, потому что, друзья мои, у них иммунитет, поэтому постепенный урон, конечно же, не повесится. Так, хиляться я пока не буду, будем делать суперудар. Ну-ка, вот, осталось совсем маленько. Давай попробуем пробить. Усаги, давай добей, молодец. Лео упал. Бросает бомбочку Майки в нас. Вот теперь нужно будет похиляться, но мне пока неким. Мне пока неким, и попробуем тогда вот так вот сделать. Чуть-чуть не хватило, да? Вот-вот, начинаются вот эти вот суперудары ихние. Сейчас тут... Ой-ой-ой-ой, нам везет, что они промахиваются. Так, минус. Давай теперь хильнемся. Остается только Майки и Донателло, да, здесь? Ну что же, давай тогда будем брать, раз Майки у нас в инвизе, будем бомбить Донателло. Так, может быть нам... Нет, без бафов пока обойдемся, я думаю, здесь. Так, красиво Усаги сделал. Так, Майки выделывается. Ёлки-ты-палки, давай быстренько добивать. Все, ну и теперь уже Микеланджело полностью в нашем распоряжении. Сейчас мы с ним разберемся, я надеюсь. Так... Отлично, ну что же, мы никого с вами не потеряли. Хотя могли бы потерять Майки, но, как видите, нам повезло здесь. Ну и остается нам пройти с вами последний этапчик здесь. Угу. Абсолютно все собрато. И вот здесь нам тоже нужно пройти на 3 звезды, друзья мои, чтобы получить хороший реворд. Так, ну что, Крэнк тут, как всегда, бубнит. Как всегда, недовольный, ну и правильно. Он знает, чем-то грозит ему. Так, начнем, пожалуй-ка, с маузеров. Вот мне не нравится, что у нашего Майки очень мало здоровья. Очень мало здоровья. Нам как-то нужно его защитить, может быть. Давай, наверное, попробуем сделать баф от Усаги. Может быть, он какую-нибудь защиту повесит. Хорошо, отлично, но этого мало. Вот. Вот, вот что мне нужно было. Именно хилочка. Так, ну и смотрим. Естественно, естественно. Майки, давай сдачу ему. Теперь я встаю в провокацию нашим Рафаэлем. И все, и давайте потихоньку уже бомбить нашего врага. Так, уклонение. Уклонение нужно нам сейчас или нет? По идее нужно, но я сделаю это, когда подойдем уже на последний бой. Так, минус Маузер. И давай уже займемся Бибопчиком. Так. Лео, двойная атака. Нет, еще не пробили. Рафик сдает сдачу. И переходим на последний, друзья мои, бой. Здесь будет, ну, вся эта шушера. Вы знаете прекрасно, да? Сейчас будет и Крэнк. И Шредд... А, нет, здесь только Крэнк. Здесь только Крэнк. А я думал, что здесь будет и Шреддер. Тогда все, тогда мы здесь... Конечно же, с вами пройдем. Ничего он здесь с нами не сделает. Приступаем. Так, я беру уклонение, чтобы фиг попал он по нам. Угу. Дальше попробуем поджог. Вот так. Потихоньку он теряет здоровье. Ха-ха, мажет.
Вот так вот. Вот так, друзья. Можно повесить еще постепенный урон. Ну, Усаги еще делает свою массовую атаку. Ай, хорошо-то как. Ну, что он там опять бьет? Ага. Заблокировал Рафу способности. Но это уже не важно, друзья, потому что сейчас мы его уже, да, пробьем. Ну вот, остается нам забрать с вами весь реворд, который мы заслужили, и переходить уже на ареночку. Так. Ух ты, сейчас нам дадут сколько всего. Это, конечно, хорошо, это мне нравится. Даже 300 опыта всем дали. Так, друзья мои, ДНК из другого измерения. Это колода у нас, давай посмотрим, что нам выпадет здесь. Рафаэль классика, 2 ДНК. Донателло оригинальный, 3 ДНК. Рафаэль классика, 3 ДНК. Леонардо классика, 2 ДНК и 360 сюриков. Так, ну что же, и забираем сундуки наши. 9 и тут по одному. Открыть все. Вау. Зе, Кирби, Донателло, Лео, Рафик, Майки. Слушай, ну неплохо, смотри. Леонардо, 2 ДНК. Донателло, 2 и Рафаэль тоже 2. По-моему, кстати, мы с вами кого-то сейчас откроем, если я не ошибаюсь. Нет, не открыли, друзья, но прапать можем Рафаэля классического на 3 серебряные звезды. Вот это вот круто на самом деле. Давайте развивать. Ха! Отлично! Так, друзья мои, у него новая способность. Прикройся называется. Рафаэль поддевает ногой крышку люка, ловит ее и бросает во врага. Как фрисби. С вероятностью 25% будут заблокированы положительные эффекты статуса в течение одного хода. Восстановление 4 хода. Ну что ж, неплохо. Очень даже неплохо, друзья мои. Ну а мы с вами идем на арену. У меня Лига Сегунов 3 звезды, ранг 53, поэтому нужно нам с вами повышаться. Но, смотрите, у меня нет откатов. И это уже плохо. То есть Леонардо мы с вами здесь уже взять не сможем. Придется справляться своими силами. Ну что же, начнем, наверное, с Фабия. Давай-ка вот так вот сделаем. У него здесь 61 максимальный уровень. Поэтому мы будем с вами брать приблизительно такие же, да? Возьму сюда я Рокзарчика. И, скорее всего, мне здесь понадобится... Давай, наверное, Донателло возьмем. Не знаю, друзья, что сейчас будет у нас получаться. Но нам нужно попасть в мастера сегодня. По любасику. Так, берем провокацию. Майки пляшет, вот пляшет, да? Усилил команду. Так, суператака от Шреддера. Воу, 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 тихо. Ты что делаешь? Опять, что ли, нас сейчас бомбанут здесь? Скорее всего, друзья мои. Так, Рокзар, держи, пожалуйста, позиции свои. Кого тут наказать-то? Блин, у них тут у всех массовые атаки, я даже не знаю. Ну, давай попробуем начать с Рокстеди. Нет, не вышло ни шиша. Давай, Донни. Так, хорошо, но не совсем. Так, Ванюша, я надеюсь, ты меня не подведешь, родной. Давай. Так, Шреддер остался, но его мы добиваем. Фу, нам сейчас крупно повезло, просто крупно, потому что мы могли потерять здесь практически всех. Вы сами видели, да? Они там на соплях держались, грубо говоря. Ну что же, нам повезло, и мы перемещаемся с вами на 35-ю позицию. Поехали далее. Опять у нас тут Фабио, Ольга и Эмили. Я думаю, что я возьму здесь, скорее всего, Эмили. Будем драться с ним. И, как вижу, 63-й ранг здесь максимальный у него. Поэтому я возьму нейтрализатор, Карайка, Змея Карай, Змейка Вьюн. И возьму сюда, наверное, Криса Брэдфорда. Пока больше мне никто здесь не понадобится. Так, ну что я вижу, у него здесь тоже неплохие бойцы, да? Рокул, ладно, давай массовую атаку сделаем вначале. Так, хила у него здесь нету? Или есть? Подожди, у него есть, ребята, у него есть Эйприл. Поэтому, как сказать, ну если мы сейчас не пробьем, они отхилятся. Ай-яй-яй, как все не вовремя. Ладно, давай массовую атаку. Хорошо, что у Змейка Вьюна есть две массовые атаки. Так, он повесил защиту, да, Рокул?
Вау, что это еще такое? Воу, не-не. Карайка, карайка, а. Друзья, ну как вот так вот получается? Ну посмотри, вот 60 уровень, у меня Змейка Вину 63. Он взял просто-напросто с одного удара почти все хп отобрал. Я не понимаю, как такое вообще может быть? Че делать нам? Давай попробуем, я не уверен, конечно, но выбора-то все равно нету. Крис упадет? Да, конечно, упадет на тебе. Но, ну, давай дополнительную защиту поставим на себя. Может быть, нас это как-то выручит. Хотя, я сомневаюсь, массовая атака пошла, и Змей Ковьюн упал. Угу. Так, Криса уничтожаем с вами. Он здесь мне вообще не нужен, серьезно тебе говорю. Ты посмотри, какой у него Рафаэль там, а. Зверюга просто. Так, пробьем. Крис, я что-то не понял тебя. Вообще тебя не понял. Почему ты не мог майки пробить? О-хо-хо-хо-хо-хо. У нас осталось двое. Ладно, хорошо, давай посмотрим, что у нас из этого выйдет. Сможем ли мы тут с вами выжить? Если хотя бы двумя выживем, это уже будет хорошо. Опять он на себя вешает дополнительную защиту. Пробьем мы Рафаэля сейчас? Пробили. Так, Роквелл. По-моему, ты довыделывался, парень. А ну-ка. Хорошо, а так если? Да, по-моему, мы попадем с вами в мастера. Аж два раза. Так, ну пробей ты его. Блин, мы сейчас с вами получим минимальный бонус, конечно же. И продвинемся очень-очень мало. Соответственно, до мастера мы с вами вообще еще не добрались. Ну вот, не ожидал я, честно говоря, что вот так вот получится все. 31-я позиция у нас, да? Так, Тим, Мухаммед и Витаха. Витаха. Ну, давай Витаху возьмем. Так, герои вроде бы пока еще есть у меня, да? Возьмем Армагошу. Я возьму сюда Зека. Так, Сплинтер сгодится. Возьму Тигриного Когтя. И, пожалуй-ка... вот, я не знаю, может быть, Шреддер. Давай Шреддера возьмем. Ой, друзья, что сейчас будет, я не знаю. В общем, бросаем бомбочку зэкам, да, после этого Армагошей. И я думаю, что они упадут здесь все. Я в это свято верю. Армагон, пожалуйста, будь добр, завали их всех здесь, а. Угу, но все равно хорошо. Так, выстрел. И остается лишь Донни. Шреддер, справишься? Справился, красавчик, красавчик. Ничего не могу сказать. Ну что, друзья, вот тут вот, я понимаю, был бой так бой. Очень даже хорошо получилось. И посмотрим, куда нас с вами переместят. Ага, 18-я позиция. Отлично. Едем дальше. Так, Дмитрий, Тиаго и Густаво. И уровни-то какие все, а? 68-е, 69-е. 68-е. 65-е. Наверное, будем брать Дмитрия. Так, ну что, я думаю, здесь нам Бакстер Стокман пригодится. Также мы возьмем Майки. Возьму я Железноголового и двух послабже. Это будет у меня Кирби и Муха. Муха Бакстер. Ой, они ватные, конечно, но я надеюсь, что мы все-таки по инициативе их перебьем. Так, в первую очередь, конечно же, уклонение надо ставить, потому что два слабых у нас героя. Как бы они не получили тут по полной программе. Так, ну начинается. Начинается. Ай-яй-яй. Так, встаем, наверное, мы с вами в провокацию. Вот так вот мы с вами это делаем. Вовремя. Так, теперь хиляемся. И начинаем применять наши суператаки. Первая пошла. Так, Кирби, давай, запускай. Нормуль. Так, Ванька упал. Значит, нам нужно с вами как можно быстрее уничтожить кроликов, пока они не стали делать свою суператаку. Отлично. Дальше у нас, наверное, будет Брэдфорд на растерзание. Ну-ка. Отличненько. И добивающий, хотя вряд ли. Да, не смогли добить. Так, Шреддера надо наказать. И Бибоп падает. Но все, друзья, здесь мы выжили. Здесь все у нас хорошо получилось. И мы с вами продолжаем выступать на арене и повышаться по рангу. Так,
Да ладно тебе, ну сколько еще можно-то, а? Еще бой целый нам предстоит, друзья. Так, Чарли, Янита и Хэнк. Я, наверное, возьму Яниту, потому что она самая слабенькая из всех здесь. Так, и у меня остается всего лишь один бой. Всего лишь один бой, друзья, у нас впереди. Я думаю, что все-таки мы в мастер с вами перейдем после вот этого вот сражения. Главное, чтобы у меня не упал крысиный король и Бибоп. Так, делаем массовую атаку от нашего Ронина Усаги и Дзимбо. Хопа, ты посмотри. Ты посмотри, они сейчас будут падать. Они все упадут, все. Лео делает свою супервертушку массовую. И на ура. Надеюсь, все-таки мы перейдем в мастер. Давай посмотрим результаты, как говорится, нашего боя. И да, переходим. А позиция 98-я. То есть в любую секунду мы с вами опять можем слететь отсюда. Ладно, у нас время есть. Как всегда у меня в планах дойти до Лиги Мастеров 2 звезды. Не знаю, когда такое случится счастье, когда мы перейдем с вами в Лигу Мастеров 3 звезды. Сейчас как бы у меня вот на первом плане именно это. И переходим на испытание, друзья. Испытание у нас девичья сила, которую мы обычно проходим с вами полностью. Поехали. Эпизод первый. Так, и у нас, по-моему, здесь довольно неплохие, да? Да, вообще вся имба, друзья. Вся имба у меня здесь собралась. У-у-у. Круто. На самом деле это очень круто. Поехали. Ну что это тут у нас стоит? Естественно, друзья, ставим автобой, потому что, ну, особо париться здесь не стоит. Как минимум до эпизода, наверное, 5-6. А может быть, даже вообще не стоит париться, потому что, ну, вся имба тут, друзья мои, они уложат любого. Так, и последняя у нас, третья волна. Давайте, черепашки, не подведите меня. Просто по ударчику. Ну, тут какой уровень? 12-й, это естественно, друзья мои. Что они будут всех с одного удара ложить. Так, ну, а мы переходим с вами на второй эпизод нашей эпопеи. И там уже будет у нас кто разыгрываться? Ага, Эйприл. Эйприл, ну, здесь мне кто нужен? Вот начиная с эпизода 5, да? Мне нужен будет Алапекс, Шинигами и, конечно же, Кунаичи. Ладушки, поехали, будем смотреть, что дальше у нас тут происходить будет. Автобой, конечно же. И какой уровень здесь? 20-й. Угу. Ну, естественно, опять же, всех с одного удара ложим. На вторую волну перебегаем. Здесь у нас училки. Бамс. Бамс. Мне нравится, когда вот всего лишь один удар, да, и падают враги. Очень быстро проходим. Так, а здесь у нас Эйприл. Здесь у нас Кунаичи. Ой, какая Кунаичи, господи. Все, ребята, уже заигрался. Конечно же, Карай была, а не Кунаичи. Я просто о ней думаю, поэтому как бы она сейчас у меня на языке вертится. Так, и переходим на третий эпизод. Так, Эйприл О'Нил заработана. Змея Карай у нас идет следующий. Я надеюсь, у нас сыра-то хватит. Да должно хватить, елки-палки. Мы же с вами ни на что больше здесь не тратились. Так, ну что у нас тут? Бронированный таракан, да? Потом вторая мутация таракана. Это вот эта вот муха-тля. Забомбили. На второй волне нас встречают люди-грибы и крысы. Опять же ватные, потому что они все 30 уровня. Переходим на последнюю. И тут у нас кто? Морозильная кошка и змея-карай. Так. Отлично. Все. Прошли. И смело идем с вами на четвертый эпизод. Ну все, все, все. Давайте, давайте мне, пожалуйста, ДНК на змею Карай. И переходим на эпизод четвертый, где у нас будет разыгрываться морозильная кошка. Тоже одно ДНК. Слушай, а у нас кошка, по-моему, прокачана, да? Или нет? Я вот что-то не помню, если честно. Так, 40-й уровень у противников, естественно, они тоже здесь будут все на один удар падать. А, тут уже 4 волны будет. Ага, понял. Так, минус. Ну, также по одному удару, и они все падают. А вот следующий эпизод будет хороший, потому что там уже будет разыгрываться Алапекс. Алапекс мне нужна. Так, Шинигами упала. Училка упала. Еще одна упала. Так, Алапекс упала.
минус. И кунаичи тоже рассыпалась. Так, ага, здесь у нас будет босс. Та самая девочка-трансформер, да? Который управляет Крэнк. Ну, мини-Крэнк, так скажем. Так, Майки делает танец на уклонение. Ну, тут можно было этого, конечно, не делать. Потому что босс-то все равно ватный. Вон, видел как? Ха, Усаги звезданул. Почти все здоровье отобрал. Ну вот, никаких проблем, в принципе, здесь нету. А мы с вами переходим на следующий эпизод. Соответственно, забрав в начале ДНК на морозильную кошку. Так. Ну вот, вот. 5, 6, 7 эпизод. Это то, что нужно для нас. Поехали. 55 уровень. Ну, я вам скажу одно, что это опять же вата. Я здесь также ставлю автобои. И мои черепашки здесь, естественно, все пройдут на автобои. Без каких-либо проблем. Разобрались. Здесь у нас мутант белки. 5 штук разных раскрасок. Не знаю, зачем это все сделано. Так, минус. Шикарно все идет. И переходим на третью волну. Смотрим, кто здесь. Угу. Таракан, люди-грибы и, как обычно, крысы. В общем, крысы, а? И вроде бы не в подвале лазим. Ну ладно, это уже не имеет значения. Так, Майки, давай, добивай. Отлично. И заключительная волна. Здесь у нас опять же Шинигами, опять Карай, морозильная кошка и Алапекс. Ну давай, 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 добил. Молодец, красавчик. Красавчик и караечку. Нет, можно было обычным ударом. Хотя, не имеет значения, все равно подбили. Все, крутенько. Переходим на предпоследний с вами бой. И там у нас разыгрывается Шинигами. А вот она, радость моя. Уровень здесь 65-й. Я думаю, что также на автобое все у нас должно здесь пройти. А вот с Кулаичи там, скорее всего, будет уже 60... Нет, не 65-й, там будет 75-й уровень. Там уже придется, скорее всего, самим драться ручками, да? Хотя... Нет, ну я просто боюсь, может быть, железная голова, конечно, попадет в зону риска. Сейчас проверим. Так, поджог. Добили. Переходим с вами на вторую волну, а здесь их 5 уже. С каждым разом все больше и больше волн становится. Так, отдуплился. Тут что-то у нас не получилось сразу пробить его. И мини-кренги эти падают. Третья волна нас поджидает. Так, стрелозады, да, значит, здесь у нас. Ну, эти ватники на один удар, это понятное дело. Так, Майки не смог добить, да? Пэм-пэм-пэм, парафику. Это зря, зря ты, конечно, так сделал. Ха. Да что ж такое-то? Я обожаю то, что у них, друзья, двойная атака. Посмотрите, у Майки, у Саги, у Рафаэля, по-моему, тоже была двойная атака. Так. У Саги решил сделать баф, ну, в принципе, неплохо. Ой, класс, он там еще и контратаку повесил, да? Раф врубает ярость, Майки делает танец на уклонение. Ну, они тут вообще сейчас будут пробафаны. Памс, минус. Дальше. Опа, не добил. Хотя у него была повышенная атака, да. И на крит. Но он не смог пробить Шинигами. Интересно, так. Тихо, тихо, вот это вот, конечно, сильная атака, но он промахнулся, потому что у нас было уклонение. Также и Кунаичи тоже промахивается. Морозильная, а морозильная кошка делает подхил, да. Ну, вы понимаете, что это все бесполезно. Тут мы разнесем их в хламину. Памс. И Алапекс остается у нас. Сейчас мы ее, наверное, добьем. Все, друзья. А, нет, еще босс. Ёлк-палк, я совсем забыл, что здесь босс у нас. Ну, я думаю, здесь то же самое. Они без проблем просто его забомбят сейчас. Они все пробафанные, по-моему. Баф еще вроде как висит. Да, и поэтому вообще все будет хорошо, смотри. Оп. 3 удара и босс этот ватный упал. Ну, а мы с вами переходим на заключительный этап, где будет у нас разыгрываться уже Кунаичи. Ну-ка, показывайте мне. Да, Шинигами заработали. Кстати, по-моему, нам не хватало 2 ДНК, да?
для того, чтобы прапать шинигами. Я ведь ничего не путаю. Ну-ка, подожди-ка секунду. Сейчас я хочу заглянуть в магазин. Кстати, смотрите. Не хватает, да, сюриков мне. 5000, если бы было, мы могли бы взять с вами 5 ДНК на Кейси Джонса. Но у нас нету, к сожалению. Так, а нет, я вру, друзья мои. Нам не хватало, сколько? Нам не хватало 5 ДНК на Шинигами. Теперь нам 4 нужно. Эх, ну, знаешь, что я тебе скажу? Мы можем с вами попробовать. Конечно, шанс маленький, но тем не менее, мы можем с вами, если пройдем здесь или даже здесь, да, можно вот тут вот вытащить, постараться вот эти вот 2 ДНК на Шинигами. И тогда нам просто надо будет 3 ДНК получить, и мы ее прапаем. Ну, а сейчас идем с вами на 7-й эпизод, друзья мои, где у нас будет Кунаичи. Так, 70 уровень плюс 75-й, это у нас, я так понимаю, босс. Ну что ж, поехали. Я уже буду здесь сам разруливать эту ситуацию. Делаем танец. И погнали потихоньку. Можно не, бафаться пока не будем. С удара, молодец, красавчик. А вот Лео хандрит. Лео хандрит. Так, Рафик молодец. Ну куда ты прыгаешь? Моська, а? Тебе слова не давали. Молодец, железноголовый. Добили, отлично, переходим с вами на вторую волну. Так, вот их бы, конечно, как-то массово бомбануть, потому что они тут сейчас начнут стрелять, очень много времени отнимать у нас. Опа, понял. Ну, давай так сделаем. Бамс. Я бы мог даже и не бить их, они бы и так рассыпались, потому что на них висел постепенный урон. Так, училки, да, у нас здесь. Ну, давай вот так вот сделаем. Угу, 2 упали, 3 стоят. Ага, ну, тогда мы их потихонечку с вами добьем. Опс. Так, 4-я волна, кто у нас там? Ага. То есть на 5-й волне, получается, будет босс, что ли? Давайте тогда пробафаемся, наверное, с вами. Хорошенечко, да? Что там нам у Саги повесит? Защиту, контратаку. И начну я, пожалуй, с Эйприл. Хотя морозильная кошка тоже нервирует меня. Ну, вот так вот будем все-таки. Памс. Давай поджог сделаем. И вертушку нашу. Так, смотри-ка, выжили, а? А ну-ка, минус карай. Алапекс тут начинает свою суператаку делать. Слабенько, кстати, вышло у нее. Давай-ка вот так вот, хоп. Так, морозильная кошка будет хилять. Ну, конечно же, будет хилять. Зря это, зря, конечно, было сделано. Минусанули. И у Майки две атаки. Ну, добить не добьет, конечно. Но помурыжил. Так, и железноголовый добивает. И мы с вами переходим на босса. Босс тот же самый ватник. Я думаю, что никаких проблем с ним не должно у нас возникнуть. Сейчас будем делать суператаки. Так, кто у нас начинает? Усаги. У него двойная атака, поэтому просто бьем. Раз. Два. Теперь пробивной от Лео. И кто у нас? Кто у нас будет добивать? Майки? Ну ладно, давай, Майки. Все. Изи испытание, на самом деле, для меня уже. Но, тем не менее, мы с вами зарабатываем ДНК. И это для меня самое главное. На этот раз ДНК от Кунаичи мы получили с вами. Одну штучку, правда, но тем не менее. Так, и теперь давай посмотрим. Здесь тоже можно вытащить 2 ДНК на Шинигами. Рискуем. Хотя у нас, друзья, очень мало. Очень мало с вами телепортов. Ну, слушай, ну, в следующий раз мы с вами зайдем. 500 долларов, я думаю, мы накопим, да? И я смогу себе купить 100 штук. Поэтому давай попробуем. А-а-а, не то. Да елки, какой камень талик еще. Вот, вот, ребят, уже 2 ДНК получили. То есть нам остается, по-моему, нам еще 2, да, нужно будет. Еще 2 ДНК, и мы с вами, ну, посмотрим. Да, друзья, если я достаю еще 2 ДНК, а я попробую достать, то мы с вами шинигами прапаем. Кстати,
прапаем. До какой звезды мне хотелось бы посмотреть? Так, Шинигами, ты у меня где? Где-то внизу, наверное, там находится, да? Покажись, пожалуйста. Так, друзья, да, мы сможем ее прапать до третьей серебряной звезды. Слушай, ну это будет на самом деле круто. Это будет круто уже. Ёлки-палки, нам еще тут вот совсем немножко не хватает. Две ДНК, видите, на Рафаэля видение. Да, в принципе, и на Леонардо тоже не так уж и много. Всего лишь 11 ДНК. А на Майке... А на Майке 12. Фе. Да. Совсем немного. Ну что, друзья, вроде бы на сегодня мы с вами все выполнили, что могли. Турнирку поиграли. Испытания прошли. Ждем испытания эксперт, когда мы сможем с вами фармить Крэнга. Крэнг, вы сами прекрасно знаете, да? Чувак нам нужен. Кстати, сколько нам на него нужно искать? Ой-ой-ой-ой-ой. Чтобы до четвертой золотой звезды нужно 80 ДНК. У нас пока есть 6, то есть получается 74 ДНК. Это немало на самом деле. Смотрите, кстати, Кунаичи, еще 5 ДНК находим. И она у нас получает четвертую серебряную звезду. А там уже, как говорится, и до 4 золотых звезд недалеко. В общем, друзья мои, давайте-ка закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачки вам.